Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы продолжаем приключения Кратоса, ребята. Пока я заходил в этот столб со светом, Атрей наколбасил здесь кучу монстров. И я ему оставлял топор, он справился со своей задачей, в общем, топор ему пригодился. И сейчас мы научились стрелять луком по вот этим камням. Я зарядил лук, потому что через столб света какая-то пришла энергия. Лестница завалена. Вот, в ту штуку, которую нам дала ведьма. И она смогла зарядить этот лук. Подожди, лестница завалена. И что мне делать-то теперь? Стоп. А, ну все, я падаю сюда, нормально, пошли. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Да, нам надо уже валить отсюда, потому что здесь какие-то мощные ребята. Мощные ребята. Надо сваливать. Ну-ка, стрельни. Так. Я взял кристалл, поставил его, но получился какой-то мост. А, подожди, можно было еще куда-то. Я откуда вообще пришел? Я вот отсюда свалился. Так, так, так. Стоп, вон туда надо наверх залезть. Подожди, мне кажется, этим кристаллом можно по-другому воспользоваться. Я его вытащил, и сразу мост пропал. Потому что тут вот еще есть возможность его вставить. Так, а вот туда можно пройти? Какие-то коллекторы. Так. Ну-ка, стрельни. Да попади по нему нормально. Вот. Наверное, так и должно быть. Нам как раз туда надо. Я здесь видел сундук. Открываем, достаем. Я думаю, что там что-то будет полезное, которое нам может пригодиться очень в игре. Разбитое сердце Эльфхейма. Редкий предмет чары. Уменьшение урона от всех атак темных эльфов. Подожди, такая штука вроде была, что-то подобное уже. Ладно, идем дальше. А, получается, смотри, если бы не было этого моста, я бы не смог забрать этот сундук. Поэтому я думаю, что все, наверное, он уже, этот камень здесь не нужен. Он миссию свою выполнил. Это было предназначено именно для сундука. Идем туда, вставляем, залезть можем сверху, ну вот сюда наверх. Ну-ка, только надо стрельнуть. Мы уже научились реально вот эти камни открывать. Опачки, мост готов. Лезу наверх. И пошли по мосту. Ах вы, товарищи, зачем вы здесь? Так, кто еще? Кто еще пищит там? На, получай. Ну-ка, если по тому камню стрельнуть? Ну-ка, Атрей. Ага. Так, хорошо. Ну, пойдем сбегаем. Пойдем туда сходим, посмотрим, что там есть интересного. На, получай. Эх, помощнее бы топор был бы. Можно было с одного удара, наверное, свалить его. Кто еще? Ах ты, посмотри на него, а. Дерзость настоящая. Ну, да ты что делаешь-то, а? Вообще не видно ничего. Что происходит? Как мне попасть в него? Это он все сделал, что ли, что не видно ничего стало? Ну-ка, лови нормально. На. Так, дальше куда? Вот сюда стрельнем. Заработало. Стоп, я не могу пройти здесь.
держат щупальцы, а вот смотри, наверное, их можно убрать вот с помощью топора-то по-любому. Как раз по линии все стоят три штуки. Ну, наконец-то! Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Куда? Вон туда стрелять. Пора возвращаться наверх. Так, вон там поставили кристалл, мы отсюда пошли. Так, а здесь ничего, получается, мы кругом только прошли. Давай дальше искать, куда идти. Стоп, вот эти штуки ломаются, для чего? Так, она опять восстановилась. Вот так две, наверное, надо зацепить. Вон одна и вторая здесь. Так, криво не туда кинул. Погоди, еще разок. Да попади нормально, ты че? Или что надо сделать-то? Где вторая? Вон же вторая. Почему я не попадаю туда? Ну-ка, может, повыше? Во, все готово. Потому что здесь сундук стоит, надо его забрать. Иначе можно было бы не забрать его, если так не сделать. Серебра аж 574, нормально. Так, дальше куда? Ну-ка, надо смотреть кристаллы, куда может Атрей стрельнуть еще. Так, ты что, отдыхаешь, лежишь? А мне-то куда идти? Я не понимаю, куда дальше идти. Мы вроде все прошли тут. Так, куда? А, подожди, вот это что? Все понял, здесь держала эта штука вход наверх. Он был закрыт именно из-за того, что нужно было ее прибить. Всего лишь топором бросить. Так, а куда дальше? А почему? А, вот, все, можно залезть. Вот это столб света. Ну так мы обратно вылезли. Так, ну их не было же здесь. На! Атрей, стреляй! Хорош стоять! Стреляй, топор верните. Стреляй, молодец. Молодец. Так, я не успеваю пока за своими действиями следить, пока нажимаю, чтобы он стрелял. За что-то опыта дали, 30. Это хорошо. Опыт нам нужен. Нам нужно серебро и нам нужен опыт. И нужны сундуки самые клевые, в которых можно найти что-нибудь интересное. Рога там, глаза, яблоки. Не знаю, там что будет интересное, это надо вскрывать обязательно. Куда дальше? А, мы здесь же открыли мост наверх. Так, подожди. Их два здесь. Не, я сюда бегал. Мы вон тот открыли, получается, когда стрельнули вот сюда из лука, да? Ладно, хорошо, продвигаемся дальше. Сундучок, ребята, это самые клевые моменты, когда берешь и что-нибудь открываешь. Так, стоп, не дают взять, потому не дают спокойно взять. Ну-ка, Трей, стреляй, хорош уже. Сидеть, а массиживаться. Стреляй по нему, говорю, ты что делаешь? Так, стоп. Что-то они как-то мощные стали, я не знаю, почему. Вроде такого не было. А, получи. Вроде не были они такими мощными. И защищаются хорошо. И отбивают все хорошо. И бью я их долго. Во. Как я это сделал? Как я это сделал? Ладно. Ты что там встал за камнями? Надо и здесь было стрелять. Как открыть стену вот эту? А, стоп. Вот сюда стрельни. Обратный эффект. Стой, я два раза стрельнул. Надо один. Да попади нормально. А чё, почему не открывается? Стоп, а если я топором? А, подожди, вон туда выше надо.
Понял, сейчас попаду, смотри. Супер, еще и камень у нас теперь есть. Так, давай сундук все-таки откроем. Сокровище какое-то хорошее. Утгарский удар, слабая руническая атака, удар по широкой дуге, наносящий умеренный урон от холода. По-моему, у нас такая штука была какая-то уже. Так, камень. А, вот, кстати, аптечка. Почему здесь аптечки такая редкость стала? А? Да ты его несешь. Унесу. Так, давай сюда. Иди почитай, пацан. Иди. Ну-ка, если стрельнуть туда. Не понимаю, зачем я... А, в камень надо стрельнуть. Подожди. Вот. Мы же камень вставляем, чтобы в него стрельнуть. Сын, можно, я забыл. Сюда. Иди читай. Свет Альфхейма. Светом, рожденным в свет, мы вернемся. Свет – это поток душ. Он изменяет нас, поглощает нас, вершит бесконечный круг жизни и смерти. Свет – это истина, свет – это все. Ладно, свет – это замечательно, но не он ли сводит вас с ума? Ну, реально. Столб света здесь был какой-то непонятный. Я думаю, что камень вот этот уже здесь не нужен. Мы потому что... прочитали надписи, и, скорее всего, он нам пригодится дальше. Пойдем. Будешь везде его носить? Может быть. Буду носить, а чё ты? Я сразу догадался, что его нам надо носить. Если смотри, переставляем... Синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? Так, ну-ка, стрельни-ка, давай. Вон тебе мост наверху. Вот эту кишку надо убрать. Она что-то закрывает. А вот от нее, кстати, вот эти штуки. Ну-ка, давай-ка, бьем. С этого угла не попасть. Так, отсюда точно. Идем дальше? Логично было бы сверху швырнуть, чтобы она вот так по траектории упала. Ну-ка, я еще раз попробую снизу. Вот здесь слева вижу, можно залезть. В принципе, если на тот мост залезть, который мы сейчас открыли, наверное, отсюда и можно швырнуть. Так, да, я думаю так. Супер. Камень можно туда переставить потом. Так, давай здесь осмотримся. Ага, руна. Руна, это хорошо. Значит, где-то сундук есть. А вот и сундук стоит. Может, не будем грабить священное место, а просто уйдем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу. Так. Вот одна руна. Ну-ка, подожди. Я соображу. Надо, короче, открыть сундук. Все понял. Колокольчики. Такое было уже. Ну-ка, подожди. А докину я туда? Вон вторая руна. Супер. Можно по двум сразу стрелять, если вот здесь стоять. Третья где? Где третья руна? Так, подожди, здесь что-то лежит. Серебро. Так, подожди, где? Один колокольчик. Ну-ка, где еще один?
Так, это тот же, да? Это тот же. А, вот еще третий. Ну-ка, подожди. Нам бы максимально ближе к сундуку быть, когда вот кидаешь. Если я буду стоять вот здесь, допустим, я смогу попасть по трем сразу. Сюда попал. Сюда попал. И третий. И третий не попал. Третий не попал. Придется два бить и, наверное, бежать сюда. Вот сюда. Так, погоди, а если отсюда швырять? Раз. Два. Блин, может получиться. Ну-ка, мне главное он до того докинуть. Супер, может получиться, только надо быстро. Получилось, нет? Не получилось. А как это сделать? Так, подожди. Есть кнопочка у нас быстрого разворота, по-моему, вначале нам показывали. Если быстро развернуться отсюда. А выгоднее, наверное, будет с этой позиции. Ну-ка, подожди, если я буду стоять вот так, кину топор, быстро развернусь, швырну туда и потом вот эту добью. Наверное, да. Давай пробуем так. Хотя... Надо повыгоднее как-то встать, вот чтобы удобно было кинуть. И, наверное, удобнее все-таки в дальнюю какую-то сначала кидать. Но если я сюда кину... А, подожди, мы можем вот... Нет, нет, с ближней лучше не начинать. Давай пробуем, короче. Раз. Не так. Давай с дальней начнем, самой дальней. Не попал. Еще раз. Разворачивайся быстрее. Ну, кидай. Да, кривой вообще. Кстати, могло получиться, в принципе, могло. Самокритику никто не отменял, ребята. Так, давай быстрее. Быстрее, ну... Получилось? Как так-то, а? Вроде бы все нормально шло так. Еще быстрее надо. Ну, быстрее разворачивайся. Вот здесь что-то мешает мне так быстро развернуться не туда. Вот. Ну как это сделать, а? Можешь с этой начать попробовать? Так, давай, раз. Ну-ка, кнопочка быстрого разворота. Давай. А, топор надо быстрее хватать. Не попал. Не попал. Так. В принципе, может получиться. Давай еще раз. Ну, разворачивайся, ё-моё. И эту добивай уже. Да не попал. Если бы попал, может быть и получилось. Давай еще раз. Блин, ну сундук этот надо по-любому открыть. Здесь самые интересные вещи в таких сундуках. Быстрей. Быстрее руби топором. Все, там уже все. Я не успел. Я попал по ней или нет? Да, ё-моё. Да, я по этой попал. Разворачивайся быстрей. Криво. Короче, надо сначала вот по этой кидать, по дальней, потому что по ней сложнее всего попасть. Есть. Сюда надо как-то быстро развернуться, но так, чтобы не накосячить. Прям вот чуть-чуть не хватает, а? Чуть-чуть не хватило. Пробуем еще раз. Да блин.
Надо вот как-то прицельно прям так сделать, чтобы меньше вот этих движений всяких. Раз, 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 попал. Еще, еще, вот, вот по этой штуке. Ну, получилось, может быть, а? Ай-яй-яй-яй-яй, да что ж такое-то, а? Как же они так быстро-то закрываются, эти печати? Я же уже почти попал. Сюда топор, быстро. Быстрее топор. Ну, руби, быстрее получится. Неужели я... А, я открыл, наконец-то, прикинь. Вау, как так получилось, да? Наверное, яблоко, потому что нам яблоко... Нет, не яблоко, рог. Рог меда крови. Мы уже два таких нашли, легендарный предмет. Два из трех меда крови необычный. Надо для увеличения ярости, в общем, это все сделано. Супер. Так, ладно. Здесь открыли, идем вниз теперь. Смотри. Получается, здесь штука какая-то держала, не знаю. Пойдем сюда, подсадим пацана, может он там что-нибудь откроет. Я не доберусь до чаши отсюда. Не допрыгну. Подожди. Что мне еще остается? Сиди там пока. Здесь что? Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Ты что-нибудь сделаешь или как? Сделаю, конечно. Сейчас сделаем все. Я знаю, надо кристалл вот этот взять. Мы там сверху видели, еще место появилось, чтобы воткнуть его. Где-то вот здесь. Вот. Теперь стрельни-ка в него. Теперь можешь достать до чаши. А, вот, теперь, пацан, иди туда. Ну, давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупый загадок. Мы разгадали загадку, ребята. Все-таки это дверь. Так, и что надо сделать-то? Куда заходить? О, это белые вот эти. Ну, их давно нету, это души какие-то летают. Я не пойму, мы, получается, проделали такой путь. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Чтобы что, чтобы просто обратно выйти? А, ну подожди, нет, мы же зарядили, получается. Мы зарядили вот эту штуку, из-за которой теперь у нас есть офигенный лук. Он еще топор вернется. Где? Куда рогатый-то улетел? Нам точно нужно туда спускаться. Без понятия, пробуем. А ты знаешь другой путь? Нет. И? Используйте подъемник с чашей. Что-то здесь темно, ребята, совсем. Но я вижу вон сундук. А мы разве здесь не были еще? Судя по всему, нет. Боевые трофеи. Новый набор артефактов. Один из шести. В бесконечных войнах между светлыми и темными эльфами было потеряно множество бесценных реликвий. Надо их поискать и предложить Броку. Наверняка он даст за них много рубленого серебра. В общем... Это просто за деньги можно продать. Нормально. Один из шести мы уже забрали. Вот сундучок. Это хорошая тема. Надо забирать. Серебра. Хорошо. Поднаживились маленько. Давай дальше. Стоп. Мы здесь были, нет? Я знаю.
Есть одни ворота, и есть туда выход. Ну-ка. Отлично, теперь я ничего не вижу. Свет есть, привыкай. Так. Понятно, что нам, скорее всего, сюда идти, но мне кажется, надо сходить туда-обратно. Давай-ка сходим сюда, посмотрим. Надо проверить. А, не, все, мы здесь были, это мы здесь этого древнего мочили. Ну-ка, аптечку можно взять, я не зря оставил. А, у меня целое здоровье. Все, получается, сюда нам не надо. Идем там, где темно. Пойдем, походим. Так, здесь темно, ребята. Будем пробиваться, искать выход. Но это будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем удачи, всем пока.